Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами Пашкевич Анна. Из этого видео вы узнаете о первой подкормке перцев, когда ее проводить и почему она крайне важна для будущих урожаев наших растений. Когда же проводить первую подкормку? В случае выращивания рассады действует правило: лучше недокормить, чем перекормить. Нужно помнить, что питательных компонентов самого семени хватает для развития зародышевого корешка, зародышевого стебелька, семядоли, подсемидольного колена. Поэтому пока наши растения не раскроют семядоли, нет необходимости их подкармливать. От момента появления семядольных листьев до момента разворачивания первой пары настоящих листьев наша рассада берет питание непосредственно из грунта. Поэтому, если вы ответственно подошли к составлению почвосмеси, в которой выращиваете рассаду, если вы купили хорошую почву в магазине, то также подкармливать нет необходимости. Поэтому первую подкормку, которая крайне важна для будущих урожаев наших перцев, необходимо проводить вскоре после пикировки, где-то через неделю, если вы выращиваете перцы с пикировкой, или в фазу развития 2-3 настоящих листьев, когда мы выращиваем перцы без пикировки. В каких элементах нуждается рассада перцев? Это три важных составляющих: фосфор, азот и магний. Фосфор будет способствовать активному и гармоничному нарастанию корневой системы. Азот поможет нарастить надземную часть или вегетативную. И магний – тот третий элемент, который крайне необходим перцам на протяжении всего их развития. В качестве источника фосфора можно использовать простое удобрение, которое называется монофосфат калия. Готовим его из расчета 1 чайная ложка с горкой на 10 литров воды. В качестве источника азота будем использовать мочевину из расчета 1 столовая ложка с горкой на 10 литров воды. Магний мы найдем в сульфате магния из расчета 1 чайная ложка с горкой на 10 литров воды. Конечно, внесенные в один прием все три удобрения нашей рассаде будет крайне тяжело усвоить. Поэтому будем вносить удобрения поочередно, один раз, всем 10 дней. Для того, чтобы минеральные удобрения хорошо усваивались корневой системой наших перцев, необходимо предварительно увлажнить почву и затем внести из расчета 15-20 мл под каждое растение. Уверена, что с помощью этого видео вы проведете правильную первую подкормку перцев. Всего вам доброго, хороших урожаев, оставайтесь на канале Про Цветок.